Уважаемый Шавкат Миронович, уважаемые соотечественники, друзья и все, кому не безразлична судьба моего брата. Ёш тарихчи Андрей Кубатинин опасы Клара Сахарова Узбекистан президент Шавкат Мирзиёевга видео мурожаат эълон қилди. Ўз мурожаатида Клара Сахарова ёш олимнинг жиноят содир этгани судда исботланмаганини, шунга қарамастан озодликдан маҳрум этилганини айтади. 2 йилдирки бегуноҳ Андрей Кубатин тутқунликда қолмоқда. Шу вақт мобайнида қариндошлари адолат истаб Ўзбекистон президенти девони, Олий суд, Бош прокуратура ва бошқа қатор идораларга бош урганлар. Энди Ўзбекистон давлатида қаерга мурожаат қилай деб сўрайди Клара Сахарова. Вы должны обратиться к первому заму, и это бесконечно. Вот здесь, куда мне обратиться в нашем государстве? Что мне делать? Как оправдать моего брата? Қариндошлари ҳамда жиноят иши билан танишган тарихчиларнинг сўзларига кўра, Андрей Кубатин турк мутахассисига берган китобларнинг бирортасида давлат сири бўлмаган. Ҳамма китоблар очиқдаги китоблар бўлган. На сегодняшний день эта библиотека, которая находилась у моего брата, есть у многих ученых. Когда был суд, все ученые приходили на этот суд и доказывали, что это не секретный материал. Он и не может быть секретным, потому что у моего брата не было допуска к секретным материалам. Аксар кузатувчилар ва таҳлилчиларнинг фикрича, Андрей Кубатин устидан қозғатилган жиноят иши буйртма, Ўзбекистон конституциясы ва қонунларини бузуб сохталаштирилган. Бу антуркизм, миллатлар динро муносабат деган эски ўша советда қолиб кетган айбларни Абдулла Қодирий Чолпон иштироклари бўйнига қўйган айбларни ўшаларни дунёдан қайтариб, яна Андрейни бўйнига босиб, шунга хулоса берди бу одам. Андрей Кубатинның жинаят ішіні сақталаштырген хасілік адымлары. Адалатсыз хүкімні өз күшіде қалдырген судьялар лавазымлардан бұшатылдылар. Енді айфсіз тұтқын Андрей Кубатин азат етілмағы лазым дейшеді олымның хамкасіплері, яқынлары ва жамаатчілік вәкілләрі. Бұтын ілім фаны жамаатчілік олдыды, бұтын дүния жамаатчілік олдыды, бұл іш Өзбекистан шарланда қылыпты. Өзбекистан президентіні islohotlariga ko'pchilik ishondi va ishonyapti. Shu ishonch testi, ishonch sinovi bo'ladi. Mana shu ish va shunga o'xshagan hozirgi ishlar. Chunki agar hozir Andrey Kubatin erkinlikka chiqmasa, o'zini oqlanmasa, o'zini professional faoliyatini tiklamasa, demak O'zbekistondagi bo'layotgan islohotlar qalbaki bo'lib chiqadi va bizlar ham dunyo hamjamiyati, dunyo fan jamoatchiligi bularni ovozi juda katta. Boshqa xalqaro tashkilotlar jim o'tirmaydi. Biz bu tahdidamas, popisamas, bu biz o'zimizni haqimizni talab qilish bo'ladi, chunki Andrey Kubatinning hech qanaqa aybi yo'q.